Несмотря на весь свой технический прогресс, Сингапур – это не только стекло и металл. Это еще и город-сад. Сингапурцы с особым трепетом относятся к живой природе. Берегут ее, разбивают сады и парки. Так в Сингапуре находится самый большой в мире парк орхидей. Ой, как они вкусно пахнут! Национальным цветком Сингапура является вот эта орхидея Ванда. Этот вид орхидеи цветет круглый год, все 365 дней, представляете? Это качество так вдохновило сингапурцев, что они сделали цветок символом города, надеясь, что и Сингапур будет также цвести круглый год. Я в сингапурском ботаническом саду, где собраны самые яркие, самые красивые, самые уникальные орхидеи. Сколько тут ярких цветов! А какие запахи! У меня даже немного слезятся глаза. Но, к счастью, у меня всегда с собой есть супрастинекс. И уже через 12 минут никакой аллергии на 24 часа. А еще он не вызывает сонливости. Ну, казалось бы, что здесь можно найти еще красивее, чем эти прекрасные цветы? Но я приехала сюда охотиться за уникальным сокровищем. Золотая орхидея. Золотая орхидея – это еще одно сингапурское изобретение. Купить ее можно только в этом городе. В Сингапуре мы не имеем никаких натуральных ресурсов. Так что мы делаем? Мы получаем орхид, чтобы стать одним из иконических гифтов. Это самая настоящая орхидея, но полностью покрытая золотом. Вау! And this flower, this tiger orchid is very rare. It's not everywhere. Not everywhere. Yeah. And also it doesn't bloom very often. It is so See? Beautiful. Yeah. Oh my god. But too bad it's not for sale. No. Yeah. It's for sale. Живой цветок орхидеи покрывают 24-каратным золотом. Every piece is unique. Из живых орхидей делают украшения, посуду и всевозможный декор для дома. Okay, а сейчас слушайте и запоминайте. Непьёлиан. Это значит красиво. Красиво. Очень красиво. Очень красиво. Непьёлиан. Очень красиво. Очень красиво. Непьёлиан. Очень непьёлиан. It means that the orchid is simply beauty, like a person inside and out. Could someone put here my name? Yeah, you can if you want. Really? Yeah, you can engrave your name. Okay, I'm buying this. You're buying this, okay, sure.